Кроме Акмы. Да, короче, понятно. Я запись включил, если что, начинайте. Привет всем, это Mario Andretti Racing. Второй тур. Второй этап. Едет Gemlight и Memory. Так, надо поставить два игрока. Да, да. Можно его разыгрывать. Да. Сингл рейс все так же... Не, сингл рейс так остается. Старт. Но я этого делать не буду. Можете в оптих максимум только километр в час на... С мили в час на километр в час поменять. Так, Инди. Можете имя написать, на цену нажимать. Да, плевать. Давай. Он уже на старт нажал. Ну, короче, Gemlight плеер один. Был. Там просто старт, это типа окей, уже готово. Бербел. Так, Инди выбираете, да, старт. Я вам диктую. Значит, Gemlight, наверное, синий тогда будет, да? Как он там в команде? Синий, а Memory черный. Так, у вас. Да, 67-й номер обоих. 67. Тик-тик, все, старт. Старт. Поехали взрываться. Так, значит, у вас второй трек. Следующий. Не, трек еще выше. Еще выше. Не, выше. Второй, и здесь 8 кругов. А Эштон. Эштон, да, 8 кругов. Qualify. Так, квалификация. Квалификация. Только во время квалификации старт не нажимайте ни в коем случае. Три круга уж как-нибудь проедете. Иначе будет сброс. Значит, у нас черный наверху это Memory, команда Pixel Fighters, и внизу команда. Внизу Gemlight, как он название команды, блин, я реально не помню. А, Space Team, точно, да. Извиняюсь. Space Team. Опа. Я уже все. Совсем от руля отбился. Да, ты сейчас можешь за один этот круг настришься, навостришься. Вау. Ну, бывает, чё. Пичный ниндзя. Нормально. Привет. Ну, как сказать, нормально.
Я думаю, я здесь нет показателей кругов, но сейчас будет все видно. Сейчас нормально, что берется мало. Ну, да. Сейчас посмотрим. Ну, нас в будущем ты точно не обогнал, и Джамблайт тоже. Ну, даже конечно, видно, потому что там надо очевидно здесь гонки по 20 часов в день. Я думаю, что вы даже кирпича с партизаном не обогнали. Ну тут как бы не. Ну, время, да, пока что не особо. Ну, может, гонки повезет. Там у кирпича с партизаном что-то. Да, 59 секунд, минута. А, ну и как, скорее всего, хуже проехал. Бред тупой. Бывает. Там, кстати, если кнопку держать с самого начала, ты будешь медленнее стартовать. Дело, что я опустил ее. Я. Опа! Сплитстримом сейчас. Там ой, уже не будет. Бред. Здесь трасса уже сложная пошла, не то, что на первом этапе. Не, столько нормальная трасса, более-менее простая. Ну, знаешь. Особенно поворот из горочки, точнее. Для меня нормальный. Ну, там надо знать его. Там пару раз проедешь, даже коль его, и ты выучишь его, и все. И вообще без проблем. Йоу, и дрифты. Блин, ну все, бред. Погнал двоих, троих. И четырех, жесть. Ну, Джамблайт тебя уже... Я сам из задницы. А, нет, Джамблайт тебя еще не видит пока что, да. Чуть я припутал его. Вы только не забывайте про пит-стоп, когда потребуется. Да, ну чё за бред, это всегда. Ой! А чё? Еще идет дурак, когда завязает. Еще Джамблайт летел в тебя. Все флаги гостят нам просто. Иди отсюда. Нормально. Ну, как всегда. Еще и этот Джамблайт, блин, достал. Самое идеальное прохождение в мире. Нет, вы еще не видите, как импакт ездит. И вы еще не видите, да? Я прав? Ну, почему? Можно посмотреть, я с ним ехал. Я вот, ну, немножко не успел на круг это обогнать. Относительно немножко. Да вот тупой бот, блин, вечно. Сам рванул, и меня рванул еще. Тупой из-за бота проигрываю еще время. Так, я тоже, по-моему, три раза из-за бота, по-моему, если не ошибаюсь, вылетал. Да рандом, если честно. Да. И Бадыч тоже вылетал из-за бота. Все вылетали здесь. Вот опять, он рванул, и он меня стопает опять. Ну что за фигня такая? Это бот уже два раза сам переворачивался, сам меня стопал. Да, они бывают специально посередине трассы останавливаются. Они сами переворачиваются и стопают меня, я вырезаю. Да, есть такое. Ну, она препятствие одинаковое для всех. Это бред, если честно. Продаж еще... такого нет, нифига даже. Даже более здравый трап, сами с фигни. Гораздо более здравая. Ну, все, сейчас начинается. Я серьезно говорю. Так-то игра хорошая, ну... но вот, из-за ботов она полностью теряет всю свою привлекательность. Боты здесь упорят вообще. Реализованная. Нужен ром-хак. Нафиг надо. Игра проходная, я не буду играть так даже. Там даже еще есть смысл, там два сезона прошло. И она реально, ну, народ заходит на нее. Она заходит народа. Вы сейчас не забудьте на пистоп заехать. Да, я помню. Нам не нужно в эти чертовы столбики. Это будет офигенно. О. Помнишь, да, Павлович? Да. Ой! Да иди в пеню! Лол. Ну ты сам в него врезался. Он вообще здесь, вообще классно. Ты прикалываешься, что ли, я не понимаю. Я думал, я доехал. Нет, доехал, когда уже появляется вот эта вот графика.
На рекорд идем, блин, по минусу. Импакт нам завидует это. Я не помню там сколько импакта, он там что-то долго ехал. Ладно, хотя я могу на стоке отыграться, на Индии вообще какая-то жесть. Индия это хардкорнее, чем стоп. Я Павловичу говорю вчера и тебе говорю сегодня. Ну, тут, знаешь, на вкус и цвет. Это на вкус и цвет. Мне кажется, сток для меня вещи сложнее. Там поворотливость все автомобиля. Поворот вообще изивая. Просто скорость сбрасываешь и все, и вписываешься ему. Здесь тоже скорость сбрасываешь и все. И тебя заносит, да, каждый раз. А здесь скорость сбрасываешь, и тебя заносит. И все, там не заносит. В этом красота стока и сложности. То, что тут тупые заносы. Тупые неуправляемые вообще. Не вот ругайся, проблема. Не джай. Я не со зла, да? Я не со зла. Ты вроде поел, должен быть добрым. Я был добрым до первого круга. Нет, до третьего круга я был добрым. Пока мне не вернулся Джамлайт. Понятно. Сзади. Потом я ботом не знаю. Меня в самом начале. Не потом Джамлайт. Меня в самом начале гонки на стоке импакт сразу в задницу уехал. Прям в самом начале на стоке импакт мне в задницу въехал. Уважаю. Импакт мастер по вырезанию задницы. О, опять занос. Почему? Ладно, хоть сейчас я немного схендлил. Получилось. Вот что такое. А ты скорость сбрасываешь, а потом... Я сбрасываю рано. Скорость, и потом жму на это. Там надо чуть-чуть на полсекунды дольше держать. А вот у тебя получается резко отпускание, потом резкое нажатие. И за счет этого такой занос происходит. Я не резкое нажатие, я делаю такой вот. Вот, а теперь вот сбрасывать приходится. Он еще поворот есть. Порой иногда бывает, иногда нет. Какие заносы такие. Сколько там кругов вообще? Полагается, я пропустил здесь поворот. Здесь 8. Пропустил нет, поворот из-за вопроса о круге. Тебе пока топлива хватает. 8 кругов. Я вижу. Вы едете шестой круг оба. Вам надо будет либо на седьмом, либо на восьмом, скорее всего, заехать. Опять? Ну такая фигня. Ну здесь вот, конечно, я вижу, сейчас Джамлайт это ошибся прямо сейчас. Ну, в принципе, тут вы часто ошибаетесь. Оба. Ну, а блин, мы же часто ошибаемся. Потому что сейчас... стоп это. Опа, Мэври обошел. Ну опять, опа. Ну что за фигня? Это хрень. Это хрень, это надо задрачивать. Каждый поворот занос. Каждый второй поворот занос с викидом, просто бэкфлипы делаю. Опять вот. Там вам на следующем круге, скорее всего, будет надо быть на пит-стоп заехать, вы, скорее всего, не дотянете до финиша. Вот я нажимаю быстро так. И все равно занос идет. Питлэй, не забудьте. Это занос. Я даже не опускаю этот пауэр, все равно заносит меня. Не опускаю газ. Понимаешь, Павлович? Бывает. Даже не опускаю газ, меня заносит. Почему меня не заносит, например? Эй, да? Алё, жмись, давай. Да, у тебя пистолет что, тормозит. Побыстрее, чем Джамблайта. Но он равно тормозит, не знаю чего. Я жму уже 10 раз, а он не опускает меня. А тут есть, по-моему, 3 состояния всего. Топливо. Да, это вам не Денис Салливан. Да, Павлович? Ну, Денис Салливан, конечно, это лучше проделано, да, соглашусь.
Можно еще выбить противника из бистопа, офигенно. Ну, как бы да. Все. Я даже на всякий случай запишу. 9.12. О, 9.19 и 9.22. Так, ну main меню нажмите, чтобы вам это не сбрасывать игру. Main меню. Ну сейчас уже сток. Любимый сток memory. Я тоже старт, и все. Старт нажимаете, а значит, тоже здесь сток. Слаб как хотите, это пожелание. Я не запался. Не пофиг. Да. Нет, здесь блин, все нормально, максимум можете только этот да поставить. Ладно, плевать. Давай, да, вперед. Так, чем вы? По всем настройкам шарите. Как выйти отсюда? Старт нажми просто, все. Старт нажми. Старт. Да. Старт. Так, значит, сток, старт. Стоп. Ими там, скорее всего, хранили, да. Да. Так, значит, наверху джамлайт получается, да? А, вот так, синий, здесь третий номер. Третий номер. 170 километров в час? Там 170, да, что-то такое, миль в час. Я помню, я же вчера ездил. Давай, нажимай старт. Let's go. Так, здесь, короче, второй также трек. Второй трек, следующий. Следующий. Да, и здесь 7 кругов. 7. Нормально. 7 кругов. Квалификация. Квалификация 3 круга будет сейчас у вас. Опять же, наверху черный болид автомобиль Memory. Внизу синий автомобиль Jumblight. Посмотрим, Memory, как ты едешь. На стоке. Езжу как бог хардтранса. Давай, покажи, как ты. Какой ты бог. Бог хардтранса. Ты такой, понимаешь, ты такой вот. Нет, этот поворот еще нормально прошел. Следующий вот пример. Вот нет, такой бог хардтранса. Спас меня. Да, здесь надо очень много тормозить на поворот, на самом деле. Первый круг дня, там эти круга будет нормально. Следующий будет поворот, вот сейчас будет поворот там жесткий. Да, вот это вообще кошмар. Третий круг нормально будет меня. Я пока сменяю трассу. Поворот круга хардкорный. Дальше его нормально пойдет. Да, в конце два нормальных. Такие повороты. Сейчас будет двушка. Ты не сбивай соперника. Он едет, может быть, практически в том же самом ритме, что ты, но мало ли что ты там скажешь. Я там и говорю, что перебить его. Дня плохо прошел. Ну там что-то бадыч, по-моему, 58 секунд был. У меня 52 с чем-то. 1.00. Второй раз. Крышка, да. Нормально. Сейчас более менее. Третий круг. И надежды. Угадал у него, и все. Пороха пошла. Отлично. Ой-ой, плохо. Ой, рано повернул. Ой, плохо. Фигня, короче, клава.
Очень плохо. Посмотрим, какая. У тебя второй круг, нет, ничего. Какой второй круг? Че, дурак, что ли? Я тебя прошел. Видим, дурак. Так, нет, у меня кола. 1-0-0 выйдет. А, да. 1-0-1. Ну, плох это прошел. Третий результат, по-моему, пока что. 1-0-8. Мне не нравится, как прошел, плохо прошел. Ну, блин, деваться некуда. Давайте гонку. Возьмешь гонки, это ёбнешь нас Бадычем. Может, Джамлай сейчас возьмет и тоже всех обойдет. Тут еще, кстати, если не врезаться, можно очень много выиграть даже вот у меня и у Бадыча, потому если что мы очень... Да, очень... как бы еще не врезаться, чтобы эти гонки с полными ботами. Да, с полными ботами. Вот мы еще бы не врезаться бы. Почтим тебя. Вот еще бы. В 18 году не врезаться теперь, да. Блин. Нормально, блин, неплохо. Блин, сидят мишки на козы в конце. Джимой, это ж перестраховался, прям восстановился на повороте. Резкий какой-то поворот вообще. А ты его запомни, тормози просто заранее, сбрасывай скорость. Это типа угол там что-то больше 90 градусов поворот. Поэтому такой резкий. Сложно, потому что раньше времени начинаешь перестраховываться. Да. Поэтому... Вон, фигово находится. Так, сейчас сложно, в принципе, меня нет. Не поройте. На грамотно его... Сначала проходить. Бля, опять рано. Не, фигня, короче. А вот давай стирать записи, будем недавно проходить. Не-е-е, обойдётесь. Бадыч, запись, блядь. Ну, импакт всех записи. Чтобы Бадыч не... Плохие резы не это, не... О, шикарно, уважаю. Чтобы Бадыч плохие резы не записались. Они вчера на импакт... Они вчера на импакты понадеялись, потому что импакт... Вот смотри, Павлович, прям... туда... Да, заносов вообще нет, у меня даже заносов нет импактных, ну, кроме моих частиков и кровен. Ну вот видишь, пожалуйста... Вот что, первый занос пошел. Сейчас ты заговоришь. Ох, тебе сейчас повезло. Это скилл. Это не скилл, тебе повезло просто. Я вовремя вернулся от летящей пули. Ну конечно, а я наивная чукотская девочка. Да, ты наивная чукотская девочка, а что, нет, что ли? Нет. Наивная чукотская девочка, Павка Павлович. Чё ты такого интересного поел? Вот тебе, пожалуйста, занос. Я говорю, ты не сильный ран времени. Я говорю, занос, который проблемы заноса. Да, это уж легкий теперь. И теперь легкими я буду носить больше. Да. Когда я был на первом круге, я квалификацию тоже часто начал заноситься. Чё, от массы авто зависит, наверное. Ну, наверное, да. А состояние машины, там тайрс, это резина. Покрышек. Состояние покрышек. Ой, бот мешает мне обзор, получается. Поле боя. Ух, сейчас. Он встал. Я его бортанул, короче. Сейчас будет пит-стоп, надо будет чекнуть. Главное не врезать какие-то фишки. Сейчас полетели. Пятый и шестой. Ты сейчас очень правильно сделал, чтобы заправился полностью. Да. Я дурак, бот. Я дурак. Тебе как раз должно хватить до финиша. Нет, на самом деле, заправился не полностью, а немножко раньше. Я так хотел сделать. Может, 4 круга я прохожу? Я, короче, заправился один раз тоже. Да, блин, не мешай, Павлович, ты меня заболтал с своими разговорами, я тебе не могу прийти теперь.
поняли, да. То есть я сам говорю, Палыч виноватым оставляю. И молчать все. Полная концентрация. Да, Палыч, да, Палыч, а? Нет, ты. Гудл это написали мне. Или не мне. Походу написали не мне. Ну кто сейчас проехал? Видимо, Джамбайт проехал, значит ему. Бля, мне А, ну хотя да. Ну, сам спросил, я ответил. Ну блин. Ну блин. Ну не надо. Нормально. Пять рано. Ну теперь точно тебе написали. Google App. О, Джамбайт надо срочно на боксы. Ну сейчас они как раз будут. Ну как раз на полтора круга хватит с лишним. Прикол будет, если мемори не хватит немножко. Нет, мне хватит. Скорее всего, да. Ой-ой-ой. Может, не хватит. Будет прикольнее, если не хватит, реально. Фигня. Опа. Вот не хватит, стоп. Ничего. Топлива нет, все. Нет, там сейчас пока у тебя есть топливо. Но такое ощущение, что может не хватить. Да. О, правда, тут остался тебе один поворот, по-моему. Обожаю вообще. Нормально обожаю. Сток, это просто моя стихия, уважаю. Теперь больше не платить. Да, костюм ботов шикарно, все, я красавчик. Не долили. Да. Нет, ты не можешь отъесть, а там Джамбайт тебя врежется сейчас. На финише. Так все, у меня же нет. Ну, хотя бы сюда доедь, да. Сейчас знак врежешься. На, получи EA Sports. Получи EA Sports. Получи. EA Sports. It's in a game. Ну ты, Джамбайт, финишировал. Так, ну что там у тебя 8-0-0? Фигня плохо. Ну да. Ну да, даже если бы вдруг зарешь там его закончилось, то все равно бы у тебя был не очень результат. Короче, не очень. Там секунд 3 было бы больше. Ну, поменьше было бы секунд, наверное, на 5. Тем более на 5. Да. Ну как бы все. Ага, спасибо. Спасибо, что отъездили. Второй этап. Отъехали. Поехали. Мы отъехали. Спасибо. Ну, у тебя получается в мемори пока что, по-моему, промежуточный третий результат.